наша компания сделала эскизный проект полностью по реконструкции цирка. Вот, и тоже предстоит много работ, то есть много будет интересного, красивого именно в интерьере цирка, сделанной нашей компанией. Идея принадлежит человеку, которому неравнодушно внешний облик нашего родного города. Мы поддержали идею, мне тоже очень интересно поучаствовать в этом проекте. То есть мы сделали эскиз, утвердили, и вот сейчас на данный момент реализовываем именно по проекту по фасаду. Ну, смысл здесь то, что показать именно те представления, которые происходят в цирке, то есть, ну, как обычно, что на арене цирка там слоны, какие-то животные выступают, а именно под куполом цирка это акробаты, гимнасты какие-то. Разработана специальная конструкция, так как на фасад исторического здания ничего крепить нельзя. То есть мы разработали специальную конструкцию, которая крепится в отдельный стоящий фундамент, ну, в отдельно созданный фундамент и за перекрытие именно здания. То есть вот именно соблюдены все нормы, по которым разрешена как бы, установка этой конструкции. Внутри мы сейчас полностью разработана проектная документация для производства и монтажа. И сейчас начаты работы именно на производстве. На монтаж планируем выйти в следующем месяце.